только заканчиваю установку своей бомбы. Часовой механизм уже взведен. Ну, вроде не очень-то заметен, бугорок. Нормально, прорвемся. Ну вот разве можно сказать, что здесь мина? Ну у тебя низко стоит, сразу видно. Низко? Я сейчас объясню, почему. А, нет, она может здесь, ну немножко низковато, это раз, а второе вот здесь вот. Все, что над взрывателем-то. И ты специально, что ли, срезал? Я специально срезал, да. Не надо срезать. Почему? Я объясню сейчас, почему. Вот только что раскопал свою мину. Сказали, что хорошо. Поставить чеки. Сейчас я буду заниматься самой сложной частью работы. Разминирование. Сейчас снимаем эту заглушку. Дальше вот этим ключиком мы переводим мину в безопасное положение. Так. Она не переводится. Вот, ты же отрезал сейчас? Вот, все. Теперь эта мина не взорвется. Ее можно доставать. А сейчас самое сложное, установить вот эту вот мину. Все, начинаем. И сейчас он делает растяжку. Вот. А вот результаты нашего фундамента.